Салют, братюнь. Ты на канале Не Карате. Воскресное утро. На часах 6 утра. Время подводить итоги. И итоги эти весьма и весьма веселые. Только-только закончил просмотр поединка Женебека Алимханулы. Бился он с французом Хасаном Дааном Энджиканом. Короче, бой хороший, закончился досрочно, 8-й раунд, рефери технический нокаут фиксирует, останавливает схватку. Слишком много силовых ударов пришлось на голову даму. Вот такая вот история. Мог ли бой закончиться раньше? Конечно, мог. Почему не закончился? Сейчас мы об этом, обо всем поговорим. Напомню, что в хорошем качестве ты можешь посмотреть поединок, если его не видел, в моем телеграм-канале. Ссылка в описании к каналу. Ну, собственно, я в своем прогнозе заявлял, будет досрочка. Ну, так оно и случилось. Единственное, я говорил, что чуть пораньше. Могла ли она быть пораньше? Вообще без проблем. Поединок шел по сценарию полностью под диктовку Женебека. Первый-второй раунд еще помотылял немножечко НДАМ, ну а потом уже начали освистывать, за ним просто вот по пятам шел Женебек и начал уже его подпирать, в углу подстреливать, там комбинационно 3-4 удара, и уже как бы понимая, что бегать я не хочу, Женебек ему предлагает, просто отходит к центру ринга и показывает, давай биться. И, в общем-то, в третьем раунде сразу случается нокдаун. Чуть-чуть зевнул на НДАМ, потянулся за ударом, как это все происходило. На заднюю ножку немножко оттягивался Женебек, проваливал НДАМа и апперкотиком его встречал. Это вообще был вечер апперкотов, очень классно. И слева его ловил, и справа его ловил. На апперкот прям четко в бороду и потом еще замыкал боковым. Все, НДАМ уже в третьем раунде побывал в нокдауне. Я думаю, в четвертом будет развивать, не будет. И я смотрю, здесь уже такое преимущество нереальное. Идет избиение в одну калитку. НДАМ не дотягивается, а Женебек за счет своего тайминга очень классно также продолжает его проваливать на оттяжки и потом попадает жестко и именно силовым ударом, акцентированным, четким. Вот и вся история. Я вижу, что он уже не будет форсировать события. Он играется с этим французом. Поигрался, как кошка с мышкой. Мог задавить и в четвертом, и в пятом. Пятый раунд вообще полная доминация Алимханулы. Мне кажется, НДАМ ни одного удара даже в сторону оппонента было выкинуто, но ни один не дошел до цели. То есть Алимханулы читал его и жестко избивал. Можно было остановить и в пятом раунде, шестой немножечко подотпустил Алимханулы. Седьмой, восьмой бьет, может и в седьмом добить, дожать, и в восьмом. Ну, в восьмом, собственно говоря, уже столько кровища, столько силовых дошло, и рефери останавливает. Красивый бой, умный бокс. Не перестану повторять, что Алимханулы показывает умный бокс. Размялся, шикарно провел время и подарил нам удовольствие. Вот такое резюме по этому поединку. Обязательно напиши свои комментарии, подискутируем на сей счет. Не забудь подписаться и до встречи в следующем видео. Пока!